в 1999 году. В столице Косово прежде не прогремели как минимум 3 взрыва. Чуть позже 2 взрыва раздались в столице Югославии, Белграде. Мы объединились с партнерами по НАТО в авианалетах против сербских вооруженных сил. В Косово произошла трагедия. По разным данным погибли от 20 до 70 человек. Так вот, сейчас бомбардировка подвергается практически вся югославская территория. Положение критическое. Не уверен, что мы все вернемся домой. Извините. Ясно. Ясно. Рада. Рада. Вы мне здесь не нужны. Я буду резать вас до последнего. Это война. Наша цель — захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Слышите? Это моя родина. Мы не бандиты. У нас есть закон. И бомбят нас по закону. И убивают по закону. О каком законе ты говоришь? В нашей ситуации уже ничего не изменить. Важно, что было раньше. Всегда можно начать сначала.